Всем привет, подписчики мои. Мы на даче. Приехали. Сегодня погодка такая нормальная. Иней, конечно, есть, присутствует. Вон. Иней. Но ничего. Но солнышко и вообще можно. Приехали что-нибудь поделать. Мясо пожарим. Да так. Чем-нибудь займемся. Все. Анюта вон доски себе приготовила. Хочет туда в эту щелочку прокрутить. Я уже прожег кастрик. Потихо разгорает, пусть горит. Нормально. Приготовим картошечки, мясо. Того всего. Все. Она укрыла. Ну, мы были, вы же видели. И это. Она укрывала, то все. Все держится. Вот так вот. Картошка. Надо чистить. Мазик. Двое грибков. Эти салфетки. На всякий случай. Печеньку, кофе. Два бич-пакета. Чай, чай с кофе, сахар, хлеб, маленькая булочка. Вот такой кусок мяса. Сало, мясо, тут кожура. Мы его сначала сделаем в фольге, а потом так. Сейчас я его в этот уберу, как он называется. На солнышко положу, оно у нас заморожено, заморожено на солнышко. Сейчас я начищу картошечки, сразу промою ее. Хотя ее можно уже готовить, там огонь-то. Картошку будем отдельно готовить, мясо отдельно. Так что. А я это дома уснул. Слышу, они собираются. Игру престолов смотрю, восьмой сезон. Я не помню, смотрел я его, нет, восьмой. Это же последний вроде. Я помню, что последний какой-то сезон я, мне кажется, не смотрел, вот восьмой. Вчера смотрел в кино, сегодня. Вчера «Форсаж 10» смотрел. «Игру престолов» начал смотреть. Вот смотрю, думаю. Хочу посмотреть. Короче, ладно, чистим. Пластик сейчас продаю. Картошку помыть.
помыл. Остается ее нарезать. Режем ее на 4 и потом на 3. Не мельчим. Все, я еще 4 добавил. Здесь у нас вот такая история. Универсальная. Я тут открыл это. Софи запаривали, она не захотела. У нас тут даже соусы есть. Они дома и не купила. Ну домой. Супы есть. Соус Биг Бон. Короче, у нас все есть. Вот этой приправкой сдабривать будем. Все, уже приправкой посыпал, мазика. У меня есть варежка, я одел, неохота марать. Тщательно. Ой, осталось. Я мой забодяжен, как не углядел. Закрываем, забыл вообще про вас. Показать. Я сильно много фольги тратить не буду, так как нам на мясо надо. На мощном огне просто жарить толком не буду и все. Ставить на мясо. Это на мясо. Это хватит. Мне и так уже не хватает. Вон Анюта обшивает, вот здесь. Я туда не пролажу даже. Она уже начала. Я слишком толстый. Пойду помогу ей доску принести. Все стоит. Нормалек стоит. Не сильно большой огонь, чтоб не сгорело, потому что слишком мало обернули. Может, и все напрасно это будет. Что лучше так пусть будет. Ничего страшного. Перенесу ей доску. А то женщина работает, а я на готовке. Поработаю, чуть-чуть доски принесу. Откинул еще, пусть горят. Туда одну. Там несколько. Пусть дают. Угли, комфортик. Мясо оно замерено на соевый соус и этот, как он называется, соевый соус и горчица. И все вроде бы, или нет, я не помню. Пойдем.
подаю. Стой. Отойди. Ну все, пришло время мяса. Сначала сделаем фольги. А потом этот пакет нужен тебе? Такой. Зип вот этот. Да. Остатки можно есть. Недорогие. Все, кусочек вот такой зафольгированный. Ставим тоже на небольшой огонь. Ну, пойдемте посмотрим. Аккуратно, подожди, доска упадет сейчас. Полезу. Только подожди, говорю, попозже полезу. Не все, вот так. Туда чуть угольков делаю, картошка-то готова уже. Я как бы, чтобы она горяченькая была. Так. Уголечки, то все. Стояла. Холодная не была. И мясо пусть стоит. Потом фольгу надо аккуратненько снять будет. Если снимется она. И все. Я думаю, снимется. Мясо и мясо обжарить на углях. Где я? А? Смотрите, смотрите, какая доска. Это зад сарайки.
пришлось поверху, по низу пузо не проходит. Пришлось поверху. Тут столько листвы оттуда. Лучше что делать? Забор как бы не пал тем летом. Видишь, вот так вот. Говорит, не пройдешь. Я говорю, пройду. Прошел. В пуховике только не прохожу. Так-то прошел. Чик-чик-чик. И все. Вот такие вот дела. Тут тоже малина растет. Вон. Соседи никого. Тишина. Вот оно. Все, я его сейчас уже подтушилось. Остается только поджарить. Сейчас от фольги от всего отрываю, пока с пылу с жару. Короче, убираю фольгу и потом будем жарить. Бомба, да? Вот оно все. Кусочек. Так все, фольги нет, переживать незачем. Угольки дойдут и ставим под картошечку, вот так вот скинем сейчас палочки. Чтобы картошка тоже грелась. Все, да? Все. Вот у нас угли уже готовы. Нормальные угли. Путевые. Можно ставить мясо наше. Сало, мясо. Красота. Углей немного, но горит, сало вытекает. Они тут говорят, соли сыпануть. Лайфхак. Сейчас попробуем. Солевой лайфхак. Как это будет? Нормально, ненормально? Ставим и смотрим. Оп, село. Нормальный лайфхак. Картошку пока убрал, она уже давно готова. Там он все горит. Перестало гореть. А то от картошки одни угли останутся внутри. На улице хорошо, тоже просто замечательно. Вот это осень, так осень, я понимаю. Не ветра, но утром, да, минус 5 было. Сегодня вообще прикольно, даже ветра холодного, ничего нет, стиль. Такая красота. Просто великолепно. Слюня бежит. Килограмм, наверное, соли надо класть. Загорелось. Все равно соль пропадает. И все, начинается горение. Все, ладно, дожариваю, потом все покажу. Хлеб надо слегка подогреть. Да хотя нахер надо. Так пойдет.
все горячее. Это снимается. Кому не нравится, то что вот все горит. Никто ж не виноват, это все можно убрать. Сало, мясо, сало в основном. Картошку еще не открывал. Сейчас чай сделается, сядем, будем есть. Аппетитно. Жирно, аппетитно. Закинул еще. Анюта там где-то пилила, что ли. Ладно, открываем картошку. Картошечка, как всегда, на высоте. Мягенькая. Просто. Спасибо, Настеньке, да, научили как. Да? Да, мягенькая. Мама. Сейчас я тебе сделаю. Миска не хватает сюда. Ну вот, есть. Мясо пойдет. Нормально. Сейчас будет чай. Все будет. Будем есть, нарезать. Вилки, ложки, чай. Картошка. Разгорелся у меня. Это просто остатки сжигаю. Пусть горят. Куда их девать-то? А так, ух. Бомба. Анюта, режет. Ты видишь, как тарелка режется у нас? Да ладно. Ой, какой хрустящий. Сочный. Сальцо. Она мягкая. Тарелка твердая, а у нас не мягкая. Бомба. Сочно. И сырое. Ну да. И сырое. Вот тут, видишь? Угу. Кстати, ты на одну решетку ложишь. Получилось все. Бока разделаны, а вот эти три нет. Я беру решетку и ставлю на огонь. Нам вот это с Анютой хватит пока. Больше это никто все равно есть не будет, никто не ест. И три куска доделаешь, как раз прогорят угли. Как так, хер его знает. Я думал, все сделалось. Она нет. Ну, видать, еще внутри подмороженное было. Повар я так себе. Ой, картошка вон кипит. Ну не надо. Я сказал, я бы попил. А, да? А не пил. А, я туда не, не буду, то не буду. Типа сделайте все равно сейчас. Давай, на кипятка можешь налить, вот как ты донесешь, что ли? Нормально. Угу. Кипятка, я еле-еле нашел. Сырое не едим. Как по мне, мясо нормально, а вот картошка не очень. Кушай. Потому что я туда помимо этой приправы от Бон Пари соус добавил. Какого Бон Пари? Бич пакет. Жидкий соус вот этот, поняла? А этот соус, который я ненавижу, кто он там? Терияки, яки, вот это. И вот этот привкус в картофеле. В картофеле присутствует. Все, эти три куска дожарю. И нормально. Сюда давай. Тебе такой чай? Нормально, у меня такой уши, короче. Вон чай, наверху. Все, давайте мы есть. А то вы на столе стоите. Ой, на сахаре. Приятного аппетита. Ну вот и все. Все наелись. Напились.
Три кусочка осталось даже. Недожаренный. К середине. Оно же у нас в натуре, Анютка напомнила, оно у нас было это. Скажите. Замороженное же было. Его только сегодня достали дома. А так оно в морозилке было. Очень долго, да? И вот из-за этого. Да? Да? Да. И ко мне не будешь ходить. Я ножик свой любимый. Да? Тихо. Да, одна буду, да? Дома помою. Все, можно покурить. Курение вредит вашему здоровью. Запомните это раз и навсегда. Съели. Картошка осталась, мясо осталось. Домой заберем. Салфетки так открыл, что вся пачка разорвалась. Какие-то салфетки странные. Дома скотч приклеен. Что осталось? Вон. Мясо. Сейчас его поджарю. И картошки чуть-чуть. И все. Чаек вкусненький. Гринфилд. Бомбочка. Все. Он горит. Сейчас догорит до этого. Догорит, да. Закину, дожарю. Домой заберем картошку. Да. Кстати, вот эта вот картошка вкуснее, чем эта. Ну, с углями. Как в детстве, помните? Все нормально, все вкусно. Но мясо сырое я бы не рекомендовал никому есть. Я не знаю, кто-то, может, есть гурманы, которые жрут это, но я бы не стал. Я не этот, не гурман сырого мяса, мне не нравится. А. Ну, уже тут почти все готово, разваливается. Ну, то есть повод подольше пожарить, да, что получается так. Что у нас там, Анюта? Дошила верх, саморезов где-то нашла, не хватало, что-то вот тут сделала еще. Ну-ка, заряжает, так надолго зарядки не хватит. А вот тут отпиливала еще своей этой пилой, не понимаю только, зачем она тут отпиливает, хоть бы так было. Есть и есть. К столбу потом привязался, да и все. Нормально. И забор держится, и столб держится. Я бы к столбу привязался. Было бы нормально. Все так все хорошо. Все, дожарил я мясо. Сейчас собираемся, поедем. О, какая вкуснота. Бомбочка. Нормально дует. Тут нормально так. Нагрел до 16 градусов. Нормалек. Тепло, хорошо. Можно. Я бы что-то другое делала. Забрать водичку. Все. Наигрались, нагулялись и домой. Как раз только солнце вылезло. Да можно было бы, конечно, побыть, но поехали. Но едем до дома, до хаты. Мам! Иди, только мужчина сидит. Я иду туда! Нет, ты в кресло. Да, я так хорошо.
Даже в нательном не холодно. Нормалек. Все, я иду открывать ворота. Поедем завтра, понедельник, день сурка начинается опять. Работа, работа и работа. Будем работать. А так хорошо. Сегодня погодка вообще в натуре замечательная просто. Просто шик-блеск. Все. Как-то так, пупсики. Ладно, давайте. До скорых встреч. Увидимся.